Видимо, что чуть старше Кевин Агилар своего соперника, но чуть ниже. Но при этом, посмотрите, какое преимущество в длине рук будет у американцев. This fight is three rounds in the UFC featherweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner, a striker holding a professional record, 18 wins, 4 losses, 1 draw. He stands 5 feet 8 inches tall, weighing in at 145 pounds. Fighting out of Grozny, Chechen Republic, Russia, Zubaira Warrior Tuhuga. And now introducing his opponent, fighting out of the red corner, a mixed martial artist holding a professional record, 17 wins, 2 losses. He stands 5 feet 7 inches tall, weighing in at 145 and 1 half pounds. Fighting out of Longview, Texas, USA, Kevin Angel of Death Aguilar. And when the action begins, our referee in charge, Mark Goddard. Очередной поединок Марка Годдарда. Друзья, донаты ваши вижу. Знаменитый британский рефери. Почту во время паузы. Бросают табличку на пол. Это значит, что совсем и немного времени остается до начала последнего предварительного поединка сегодняшнего карда. Карда UFC в Окленде, Новая Зеландия. И Зубайра Тухугов тут же метнулся вперед, занял центр октагона. Начинает поддавливать, но пока ни одного удара ни тот, ни другой не выбросили. Разведка на первых секундах. Понятно, что оба рискуют и оба хотят действовать аккуратно в этом поединке. Выцеливает Агилар, пока все мимо. Тухугов выжидает момента. О, неплохая атака от Тухугова, но Агилар на страже. Сразу отдает контратаку. Лоу-кик в исполнении Кевина. Попытка разменяться. Быстрые руки у Агилара. Долгое время играл в футбол Кевин Агилар, но после того, как закончил школу, понял, что нужно ему что-то новое, чтобы оставаться в форме, и вот занялся смешанными единоборствами. Достаточно разносторонний боец, чувствует себя комфортно, ну, правда, в основном в стойке, но и если необходимо, поработать любит и в партере. Хорошо пошел вперед Тухугов, попал, но Агилар ответил. Многие говорили о том, что в последних поединках все-таки не хватило Зубайре Тухугову напора, агрессии. Вот замечу, что и сейчас он тоже, в принципе, не лезет на рожон и действует довольно осторожно. Быстрые руки у обоих. Сейчас мы видели в паре эпизодов, как вылетают джебы, что с одной, что с другой стороны. И Тухугов не уступает по скорости. Сейчас очень хорошо левый боковой выбросил Зубайра ближней руки. Еще раз, какая атака от Тухугова. Молниеносно буквально. Через руку пробивает. Хорошо, да. Два попадания подряд от Кевина Агилара. Отличная атака. Подсказывают сейчас, не знаю, слышно ли телезрителям это или нет. Резван Магомедов из угла подсказывает, что не нужно нацеливаться на один удар. Нужно расслабиться и серийно работать. И вот уже отличная серия от Тухугова. Два удара в цель. Мажет. Да, Агилар так немножечко безрассудно выбрасывает эти удары. Ох, посмотрите, как здорово Тухугов, правда, вскользь попал. Ну, постарался Агилар не растеряться тоже. В подбородок мне показалось, что зарядил. Ну, такой равноценный получился размен. Брутально достаточно зарубаются бойцы. Да, Тухугов здорово очень зарядился. Если бы пришелся чисто в голову этот удар, то вполне возможно. Кстати, сейчас подвернул тоже ногу Зубайра Тухугов чуть-чуть. Мы видели в прошлом поединке, как это может серьезно повлиять на исход боя. Какое попадание Тухугова! В исполнении Зубайра Тухугова! Упал! Еще трясен Агилар! Пошла жара, пошла жара! Левый удар со стражи! Сверху разрешил!
приближается Тухугов, серия ударов. Очень близок конец, очень близок. И Марк Гордер сейчас явно остановит этот бой, потому что это уже избиение, и все. Зубарь Тухугов побеждает на 4-й минуте боя. И знаете, честно говоря, немножко жалко Кевина Агилара, поскольку закончить этот бой можно было гораздо раньше. Дал шансы американцу Марк Гордер. Ну это было красиво, как бы вообще, без вопросов. Конечно, сложная у рефери работа, да? Иногда говорят о том, почему ты остановил настолько рано. Иногда вот претензии есть, потому что остановил поздно. И тут не поймешь. С другой стороны, нужен баланс.